Уровня-то нету все равно. Так, здесь полно всяких придурков. Фу, говно какое-то съел. Опять сейчас плохо станет. Наконец-то. Комбо-карта. Ну и, в принципе, все. Нужно оружие. 100%. Но здесь ничего такого не подойдет. Черт, опять туда без оружия переться. Копье? Ладно. Я думал, это швабра или что-нибудь типа того. Но нет, это копье. Сохраниться-то можно? Неужели здесь нигде нельзя сохраниться, а? Да можно сохраниться. Правда, в том толчке, где этот кретин засел. Это единственная проблемка. Небольшая такая. Ну ладно, я готов. Наверное. Не знаю. Точно нигде нельзя? Точно нигде нельзя. Опаньки! Да ты урод, ты заколебал! Уберись от меня, тварь! Да блин, ну это трындец какой-то, ну это несерьезно. Несерьезно, я сказал. Иди нафиг. Да ну. Успевает меня пырять все равно. Что ты делаешь? Я же бабу эту грохнул сам, придурок. Ну так нечестно, эй! Где он? Хорош. Иди сюда. Ну, снова пропал. Да урод! Жрату бы. Надо было с собой жрату взять лучше. Вместо этой хрени. Да вы что, прикалываетесь? По-любому в мусорке что-нибудь есть. Хотя это не мусорка. А нет, мусорка. Бутылку давай! Пистолет. Ладно, пистолет, окей. Договорились. Но мне нужно что-нибудь пожрать. Где кафешка? Где кафешка? Так, каннибал, подожди там. Не выпускай зомби, не убивай бабу. Я сейчас приду. Не нужен мне нахрен поднос! Да чтоб тебя! Идите в задницу! Печеную картошку давай. Картошку давай, ну! Отлично.
Еще один, пожалуй, заберу с собой. Надеюсь, никто не против. Пойду-ка я обратно в туалет. Надеюсь, пистолет мне поможет. Да, пожалуй, только с огнестрела реально выцепить. Более-менее. Отлично, мне звонят. Такс. Дубль 2. Точнее, не дубль 2, просто продолжаем. Да ты придурок, охренел, что ли? Я сажу гамбургер под твоим лицом. Ты пожалеешь о том, что... родился. Интересно, он с толчка может выйти? Ты сдохнешь или как? Тварь. Офигеть. Да сдохни ты! Сдохни, говорю! Сдохни! Да ну нахрен! Иди в жопу с своими сообщениями, у меня критические дни! Господи, тварь! Говно! Просто, ну надо было в стенку кинуть, а? Твою мать, там еще один выстрел, и все было нормально. Ну я случайно этот гамбургер сожрал, когда оружие кончилось. Ну это пипец какой-то. Полная жопа. Полная жопа. Беру с собой. Грабли, я заколебался. Так, а Фомку нельзя ничего сделать, да? Да. С Фомкой ничего не сделаешь. С топором интересно, что можно сделать. Может быть, какими-нибудь химикатами его обработать, там, краской. Или чем-нибудь еще. Кислотой. Кстати. А нет. Серной кислотой это будет жестко. Я думаю. Мне бы мачете найти. Или вот достать что-нибудь из этого ящичка. Который похож на что-то военное. Ну да облом, ну просто, ну жесть. Это просто жесть. Как-то так. Вы что думаете, я отступлюсь? Вы думаете, я отступлюсь? Ха-ха-ха. Нет. Не отступлюсь. Я буду упарывать, удрачивать просто эту игру, пока не замочу этого придурка. Просто пока не замочу этого придурка. Козла этого, бородатого. Граблями его вздерну. Всю вот эту вот... до ручки засуну в одно место. Этой хренью вперед, как это называется? Как называется? Не знаю, как называется. Ну, в общем, вы поняли. Железной частью вперед и до ручки. Как говорил майор Пейн, чтоб влага с моего сапога утолила твою жажду. Так. Настало время изобретений. Так, 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 так. Excellent. О да, excellent.
Наверное, Excellent. Я не знаю. Тебе виднее, придурок. Ты бы ему просто башку взорвал. Интеллектуал поганый. Надо ведь еще туда добраться. Специально грабли взял, чтобы его закоротило нафиг. Да иди в жопу! Не до тебя! Веришь, нет? Стоять. Так. Образец для подражания. Жратвы тут нету? Для образца, для подражания. Не-не-не-не-не-не, что у тебя в руке? Зачем тебе пожарная машинка? Иди туши свой пожар, деточка. Я знаю. Чак может разжечь тебе пламя любви. Ударом топора по башке. Отвалите. Уж лучше бы вы действительно отвалили, твари. Ну все, хана вам, уроды. Погодите, что же это? Это ведь та самая каталка для дебилов. Я имею в виду зомби, а не инвалидов. Давай, садись, дебил, будем тебя катать. Что, нравится тебе поездочка, да? Прям кругосветное, мать его, путешествие. Оценил, я надеюсь. А ты, деточка, немножко сбавим в тебе жирку. Я уверен, что ты комплексуешь по поводу вставания ногами на весы. В этом магазине я еще не был. Вешалка, может кого-нибудь убить ее. Кто-нибудь хочет слона? А кто-нибудь хочет слону? Получи! Получи! Господи. Ну зачем же так жестоко-то, а? Давай, жри его изнутри. Ты должен оттуда выбраться. Спокойно, ребята, спокойно. Со всей серьезностью и ответственностью заявляю. Спокойнее. Эй, слон! Тебе не идет этот цвет, придурок. Ладно, заходим, там уже уровень наберем. А вообще мне надо набрать бабла. Иначе я опять встряну. Меч. Это единственное, что у меня сейчас в голове крутится. Меч. Меч, 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 месть, месть, меч. Мочить. Довольно, твари? Я безупречно владею этой херней. С лезвием и ручкой. Да, именно мечом. Я о нем говорю. Бабло. Я им тоже безупречно владею. Когда удается. Когда выпадает возможность, скажем так. Он по-любому кинет меч, когда, как только возьмет кресло-каталку. 100%. Конечно. Чтобы выкинуть вместо... Спокойно. Спокойно. Ребят, ну успокойтесь вы, а? Ну сколько можно-то, а? Жрать-то меня, наверное, не надо при всех присутствующих. Что, пчелома... О! Ну давайте, посмотрим, что из вас получится. Так, у них на пчел аллергия, якобы. Надо это использовать. А еще надо использовать кресло-каталку. Погнали, судри! Ты убьешь кого-нибудь или как? Отличненько. Новый уровень. Комбо-карта, ну все так. Никакого рандома. Ну, мне это, в принципе, и не надо. Мне нужно в мастерскую больше. Сиди здесь. Я вернусь за тобой. Наверное. Если не сдохну. Так. Это сюда. Это, соответственно, туда же.